ориентирования. В 13:30 у нас загородное путешествие, город Пушкин, Царское село, где нас ждет 8-й чудо света в местной мире. Это Екатерининский обследник. Вот сильные люди были, да? Да. И отправлять такую с Европой воевать, да? Талант надо взять. Да ну какая история тут, блядь, не захвачена. Да. Это Дворцовая площадь, наверное, да? Наверное, я. Сейчас покажу, посмотрим. Ёлку ставишь, что ли?